Хороший базар должен ломиться от товара, должна быть игра света, должны слышаться приподнятые голоса и восклицания. Торг здесь уместен. Традиционный восточный базар – это национальный колорит, изобилие шелка и серебра, золота и драгоценных камней, изумительно вкусных восточных сладостей и ароматных специй, настоящего чая и вкуснейшего кофе. К покупателям – уважение, а каждая покупательница, несомненно, Шахерезада. Женщины любят такие яркие торговые вернисажи, а на вернисажах любят красавиц женщин. А у нас есть много это сантиметр для Новый год, для подарить друг друга, которые хотите покупать. И очень красиво, это восточный это базар, а у нас саладиски есть, а у нас такая полотенца есть, а у нас перчатки есть, а у нас вегетария есть, а у нас настоящие камни есть, янтарь есть, а у нас есть для Новый год приправа есть, а у нас много сантиментов есть, приходите нам и покупайте. Весь базар, который уютно расположился на первом этаже кинотеатра «Беларусь», пропах ароматами различных восточных пряностей, которые представлены в изобилии. Глаза разбегаются от шелкового блеска палантиновых шарфов, платков и шали, кстати, не только восточных. Представлены изделия, созданные по моделям итальянских брендов. Шарфы, палантины. Также у нас еще имеются волшебные пуговички, при помощи которых это все женщины могут красиво закреплять на себе, начиная от легких вещей, как шейные платочки, и заканчивая вязаными шалями. Спросом пользуется повышенным, так как Италия диктует моду вообще одежды, не только платков. Вот это идет по текущему времени моды Италии. Каждый сезон коллекция у нас обновляется. Все рисунки, которые есть на платках, взяты с именных итальянских платков. Мы еще не успели все рассмотреть, но поначалу смотрим, да, богатый выбор. А чего пришли на выставку эту? Ради любопытства. И посмотреть. Может, что-то купить. Ходим каждый раз на такие выставки. Очень нравится. Привлекают и цены, и изобилие товаров. Чем всегда славился Восток? Чем поражал он европейцев? Конечно, украшениями. На выставке-ярмарке в самом широком ассортименте представлены ювелирные изделия. Серебро и золото, драгоценные камни, жемчуг. Самые предвзятые женские вкусы будут удовлетворены. Я пришла сюда вообще на Новый год выбрать подарок своей подруге. И посмотрела, что здесь очень большое количество выбора. И мне понравились очень камни, натуральные. И мне очень нравится янтарь. Вот, и хочу сделать подарок подруге на Новый год. Наверное, не первый раз на таком восточном базаре. Да, не первый раз. Нам очень нравится. А чем привлекает, чем нравится? Чем нравится? Ассортиментом, выбором. Цены тут приемлемые. Можно что-то купить, подобрать, выбрать. Цены на выставке-ярмарке «Товары Востока» вполне реальные. А прибавьте к ним акции, и вам захочется посетить этот уютный и гостеприимный мир. Что, несомненно, важно, помимо всего вышеперечисленного, вы не уйдете без покупки, которая облагородит ваш дух. Волшебные светильники «Аладдина» укрепят вашу иммунную систему и повысят тонус организма. Представляю вашему вниманию гималайскую соль, которая добывается из пещер на территории Пакистана. И прошу обратить ваше внимание, что она занимает первое место в мире по содержанию микроэлементов, необходимых для хорошего функционирования нашего организма. Согласитесь, что главное быть здоровыми. Обратите внимание, что это не просто интересный предмет интерьера, светильник или ночник. Это ваш личный ингалятор, который сохраняет у вас дома микроклимат соляных пещер. Если вы действительно хотите порадовать своих друзей на Новый год необычным сувениром, купите им, например, статуэтку из чеканного металла или набор экзотических тарелок. Мужчины, ваши любимые будут без ума от цветочных ароматов, которыми славится Восток. А если скомпоновать подарок, а сделать это вполне возможно на выставке-ярмарке «Товары Востока», ваша спутница, несомненно, поразит вас обликом и ароматом Шахерезады, а вы почувствуете себя царем из сказки «Тысяча и одна ночь». Не упустите такой возможности. Новогодний восточный кермаш будет работать до 5 января.